Всех приветствую на первом кубке по стрельбе пулевой из гладкоствольного ружья по правилам практической стрельбы. Кубок Молот ТКМ. Вот, проводим мы, команда Молот Open. И нам в этом начинании помогает наш партнер генеральный. Спонсор матча. Спонсор матча за ЗАО Молот Оружие. Извиняюсь. Вот компания Пувган, которая предоставляет призы, и компания Тактические решения, и компания Тактек, да. Все эти компании предоставляют призы, поэтому призовой фонд будет очень хороший. Эти крем, да. Это главное. Матч первый, формат новый, и по сути мы сейчас вот экспериментируем, мы определяемся с тем, как вот это оружие можно использовать на соревнованиях. 5 упражнений, каждое упражнение по 8 выстрелов, мы ограничили емкость зарядки по 10 выстрелов, именно для того, чтобы стрелки со скресами могли наравне соперничать со стрелками с АКМами. День на самом деле очень положительный, то есть первое сразу, то есть когда узнал вообще про 36-й калибр, я сразу понял, что вот что-то подобное нужно проводить, и оно просится на самом деле, потому что это в наших реалиях достаточно хорошая альтернатива стрелкам для того, чтобы хоть как-то учиться работать с нарезными калибрами. Мы обработаем итоги с точки зрения организации и перспективности данного калибра и данного типа оружия в качестве спортивного. И, наверное, будем как-то обращаться к Федерации фактической стрельбы России с тем, чтобы наше соревнование, пока не имеющее там какого-то высокого спортивного официального статуса, чтобы вносились изменения в правила проведения соревнований, для того, чтобы эти соревнования они стали более официальными, можно было получать разряды и звания в рамках практической стрельбы по данной дисциплине. Я рекомендую всем, как бы и сейчас рекомендую своим друзьям там приобретать такое оружие и участвовать. И нет никаких сложностей, нет никаких проблем с этим оружием, нет никаких проблем с патронами. Меня все устраивает. И более, я вот сейчас только что получил колоссальное удовольствие. Стрелял и попадал. Ну, я, честно говоря, просто на эмоциях. Сейчас я, да, много не скажу. Ребят, участвуйте, тренируйтесь, играйте вообще. Стреляйте, ходите, классно, классно. Стоит заниматься. Все отлично, да. Лучшего желать. Ну, я не искушен, да, в этих вещах, но мне кажется, все было отлично. Начинающим стрелкам я бы посоветовал больше упражняться.